Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это новый выпуск на моды на игру «Как достать соседа». Короче говоря, небольшое такое вот объявление. Вот два мода, которые будут сегодня, это последние моды, что я на данный момент помню. Я ни в коем случае не сомневаюсь, я даже уверен, что есть моды, которые я забыл. Большая к вам просьба, вот после этого выпуска... Все, кто мне присылали моды, которые я еще не снял, напомните мне ВКонтакте, в Ютубе, напишите в комментах, все, чьи моды я не снял. После того, как вы мне напишите, я просто сразу обязан их буду скачать. Не отложить там на потом, а потом скачаю, а сразу скачать, чтобы не забыть потом. Напомните, пожалуйста. Я реально уже не помню, что там прислали. Короче, первый мод называется Memes Edition 2022. И, судя по названию и оформлению, это говномод очередной. Но давайте посмотрим. Что-то похожее у нас уже было, кстати. Мемфисные звуки, я мерв, аримак, цветные шишки. Блин, какую-то фигню намутили тут уже. Кстати говоря, я еще раз напомню, что я передумал закрывать рубрику как моды на когда соседа после сотого выпуска. Вместо этого, после сотого выпуска, она просто чуть-чуть изменится. Возможно, скорее всего, выпуски будут выходить немного реже. Но там теперь будет не на разброс, а отдельно. Отдельно. То есть в одном выпуске либо хорошие, либо плохие моды. Так будет легче и нам, и вам. Ну что ж, введение внутрь. Так, что у нас тут? Переходим к следующей ступени, начнем принимать сталкером. Ютуб у нас тут. Даже не вижу, сколько там уведомлений. Ну и пофигу. Музыку, кстати, выключил, потому что я не уверен насчет авторских прав. Так, ну, ускорение очень-очень мощное. Так, первый канал кто-то нарисовать пытался. Don't да, похоже, Вуди дозу принял однозначную. А раз у него такое все зеленое тут. Да не бомбит у меня! Чё не говорю, что у меня бомбит, но мне нет бомбит! Конечно же, мы не будем проходить уровень, все уровни этого мода. Вот это прикол! Вот так звуки, блин. Я просто похлопаю. Так, эксперт в наркоте. Кстати говоря, вот по запредыдущим выпуски на моды. Там был, короче, мод, когда соседа без названия, у него названия не было. И этому моду я поставил вопросительный знак. Потому что не было понятно, что поставить. И, конечно же, автору этого мода не понравилось. Он, во-первых, предъявил претензии, почему ты меня не предупредил, что будешь снимать этот мод. Типа, ты мне не сказал, что ты именно сегодня снимать будешь. Интересно, а с чего это вдруг? Он меня... Если он сейчас видит... Это вряд ли, конечно, но вдруг... Если он сейчас видит, то я ему скажу. Чувак, ты как бы меня не просил дожидаться момента, когда ты скажешь, когда снимать надо. Просто скачал, нашел время и снял. Никаких предупреждений ты мне не выдавал. Первый приход. Вудан наркоман. Ну и прозвище, конечно. Вудан РУТП.
228. И турник повесили, блин, осенью. Ну нафиг, короче. Что это за черт, блин? Ну и во-вторых, да, он там описал, в чем прикол этого мода, что там в обучающих уровнях за соседа можно взаимодействовать с предметами, что-то делать, разные действия. За такое мод этот заслужит не более чем плюс-минус, да скорее всего меньше даже все равно. Если бы это был бы мод, где сосед на всех уровнях, мы на всех уровнях играем за соседой, и там можно будет взаимодействовать со всеми своими элементами, которые на этом уровне он может использовать. Это был бы шикардосный мод, которому я бы даже галочку, наверное, поставил. Но тут, извини, совсем не дотягивает. Ну и, конечно же, после того, как я поставил вопросительный знак тому моду, он сказал, сначала научись, сначала сделай какой-нибудь свой мод, а уж потом и говорит, блин. И, естественно, занес меня в черный список в ВК. Обиделся ли я? Нет. Совершенно нет. Потому что если он не знал, не видел, я делал обновку для Вуди возвращается. Я ни в коем случае не говорю, что это глобальный качественный мод. Но на Вуди возвращается, где исправлены некоторые, где были многие ошибки исправлены, которые я только мог исправить. Я там еще, кстати, на уровне Солнечное утро, там был еще этот кофеварка. Сколько Вуди возвращается на желтый, но когда сосед не подходит, что-то делает, она там становится... А, нет, когда мы туда землю сыпем, она становится красной, только наполовину. И я поэтому решил перекрасить ее полностью в красный, но вы это не оценили, и я перекрасил ее, и я обратно поменял на желтый. В остальном все исправления оценили. Поэтому можно сказать, что я что-то сделал. Все-таки. Мало, но что-то сделал. Вот это прикол. Кстати, вот мы делаем пакости, и этим предметы превращаем в нормальную цветовую палитру, они становятся предметы. А не в эту наркотическую, наркоманскую. Это он, микроволновка нормальная вот стала, видите? Прикол. Полезая в шкаф, он тоже становится вот таким нормальным. Попробуем. Вряд ли получится, но попробуем. Нет, он слишком быстро ходит, не надо. Такие вот дела, в общем. С тем модом. Нет, кстати, возможно, вот кто-то из вас подумает, что вот я сказал, что он меня забанил и все такое, что я обиделся, и я сказал, что нифига не обиделся. Вчера я точно так же говорил, но, ну и подумаешь, отписался, пришел потом другой. Я скажу так, если бы это кто-то из постоянных подписчиков бы был, у IT Алекс и М, например, Кирюня Плей, Купан Плей тоже, к примеру, то, конечно, было бы обиднее намного. Ну а этот автор мода постоянным подписчиком не был никогда. Ну, насколько я помню. Я просто похлопаю. Так, продолжаем. Понятно. И, кстати, меня уже давно спрашивают... О, кстати, погодите. А тут ничего не поменялось.
Меня уже давно в комментах спрашивают, когда уже наконец-то будет стрим. Не пора ли уже стрим завести? И я вот думаю. А может быть стоит четверг? Ой, это в среду провести его. Я думаю, в среду самое то, вот в эту провести стрим. Мы, наверное, начнем там проходить следующую часть игры Super Mario Bros. New Super Mario Bros. 2 она будет называться. Для Nintendo 3DS. Будем проходить ее. Вот это прикол! Тоже на два стрима она растянется. Пройдем 8 миров. На каждом стриме 4. Будем ли мы смотреть видео? Не знаю пока. Не уверен. Я не уверен, что кто-то до этого момента досмотрит и увидит, что я сказал про стрим. Я обязательно во вторник, ну то есть завтра, если этот выпуск выходит в понедельник, то я обязательно напишу в сообществе, чтобы точно все знали. Так, давайте закончим этот уровень, короче, а потом посмотрим на наличие изменений в остальных. Если их нет, то заканчиваем с этим делом. 11 минут уже записываем. 12 даже. Процентов, кстати, нету. Что со временем, кстати, такое? Да не бомбит у меня! Что не говорят, что у меня бомбит, но у меня нет бомбит! Я просто похлопну. Так, проверяем наличие изменений в других уровнях. Здесь только одно, это вот это вот. Вот эти зеленые растения по краям. А здесь. И здесь точно так же. Я, честно говоря, так и думал. Ладно, на следующем моде расскажу. Там больше шансов, что кто-то посмотрит. Блин, мне кажется, другие уровни даже нету смысла смотреть. Особенно третий сезон. Ну что там? Никаких изменений там нету, это я 100% уверен. Да. Даже изменений во времени нет. Ну вот, короче, если хотите, перечитай, можете поставить на паузу и почитать описание каждого из уровней. Описание каждое. Используем мышеловочку. Звук из Half-Life 2, но если бы я играл бы в него, я бы сейчас это проверил, но, к сожалению, я по Half-Life не играл. Окей. Ну, в общем, какая оценка будет у этого мода? Я скажу так, да, говно какое-то. Вот и все. Переходим к следующему моду. День Пасхи. Когда, кстати, все до будет возвращаться 2022. Может быть, этот мод мне присылали еще в апреле. Но надеюсь, что нет, иначе это будет уже страшный позор.
как раз таки мод этот подошел бы, наверное, на Пасху. Пока я не вижу никаких отличий, кроме вот этого вот меню того фона. Так, давайте проверим, что у нас тут. Ну, здесь никаких изменений нет в описании. О, скриншот из Hardcore. Что это за музыка, кстати? С Hardcore перезапуска. Так, ну тут замазанные. А, ну не просто замазанные, а отредактированные картинки. О, Гарри нарисовать пытались. Ну, неплохая попытка. Первоначальный, в самом первом скрине Гарри, который сделал этот Игнатий Шубич, как он там, именно он придумал этого персонажа. У него на жилетке, на свитере была не красная, а фиолетовая полоска. Я на своей старой древней странице в ВК об этом сказал. До сих пор помню. Последний раз я на нее заходил 6 ноября 2016 года. Hello? Так, давайте выключим музыку на всякий случай. Я что-то в ней не уверен. А ну его проходить. День Пасхи. Как мы увидим, в Нестле. Вуди сегодня день Пасхи. Почему с маленькой буквы? Ну ладно, давайте посмотрим, что же это. Что же это за день Пасхи такой у него? Что-то я не понял. А где сам сосед? Где же сосед-то? Я его что-то не наблюдаю. Что? А как мне понять, в какую он комнату идет? Твою же налево. Короче говоря, сосед пришел из неба. Как бог. Возможно, он и есть бог. Я забыл этот клей. Прямо тут ключик надо взять. Также, наверное, пройдем 3 уровня и посмотрим второй сезон. Да, как и в предыдущем моде, Вуди ускорение невероятно высокое. А то посмотрим. А, кстати, вот что я забыл сказать. Хотел сказать. Предыдущий выпуск на моды. Там был один мод, и там этот Спайди. Через вселенную. Я снимал его на Windows XP, на VirtualBox, на Windows XP через виртуалку. И там, как я уже говорил, там были небольшие подвисания, и разрешение там было похуже, потому что увеличивать пришлось, она в кусок экрана там была. И поэтому я больше не буду ее в таком режиме снимать. Про VirtualBox, если вы хотите, я сниму. Как устанавливать на них Windows, можно Windows XP поставить, Windows 7, Windows Vista ставил я туда. А сегодня еще Windows 2000 ставил. Также думаю поставить Windows 8. Десятку ставить не буду, потому что у меня и так компьютер на десятке. Сюрприз ко дню рождения. Почему он второй? Короче говоря, второй уровень здесь пропущен, а этот уровень у нас засекречен. Чудо-пирог давайте проверим.
короче, я не вижу вообще различий. Кроме того, что здесь фильтр немного более желтый, и что вместо неба вот таким вот попытались сделать. Кстати, о яйцах. У нас курицы в деревне есть. И они уже давно несут яйца. Причем очень много яиц они несут. Но вы не волнуйтесь. Мы эти яйца, конечно, жарим на еду, но вы не волнуйтесь. Мы никакие не живодеры. Из этих яиц детеныши бы не смогли вылупиться. Их там не было. Для этого нужен петух. А петухов среди куриц не было, только курицы. Я в видео, по-моему, говорил, что был один петух, но это дед у меня ошибся, оказывается, там были все курицы. Вот так вот. Минута молчания получилось. А почему? А, да, точно. Надо же еще уровень пройти. 3 уровня же должно быть пройдено, чтобы открыть второй сезон. Ну ладно, давайте сделаем это. Так и уж и быть. Сейчас мы проверим, действительно ли он не видит нас, когда роется в почте. Да. А, нет, не надо. Такое чувство, что замок сквозь ящик проходит. Золотой тот замок от ящика. Ha 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 ha!
Да, давай, давай, быстрее. Давай, давай, быстрее, я жду возможности второй сезон посмотреть. Если он есть вообще, конечно. Давай, давай, взрывайся. Давай, давай, взрывай нафиг. Ага, вот. Теперь проверяем наличие изменений в других уровнях. И заканчиваем. Это у нас уже по традиции так идет. Ну, опять небушка, микроволновка розовая, телефон, радиационный, блин. Телевизор с радиацией, телефон с радиацией, а может быть и не с радиацией, давайте посмотрим. Да нет, все в порядке. Здесь изменений не наблюдается никаких. Проверяем вот это. И здесь тоже. Наверное, и другие серии тоже не стоит осматривать. Бессмысленно. Какая нам разница на других уровнях, что находится, и так все понятно. А я и говорю, какая нам разница смотреть их. Короче говоря, мод этот тоже знак вопроса, не знаю, что поставить. Такой вот мод, и такие вот у нас два мода были сегодня. Еще раз напоминаю, напомните мне в комментариях или и в ВК, те, кто присылал моды и которые я не снял, напомните мне все, чьи моды я еще не снял. Я их, все моды, кто мне напомнит, я скачаю сразу же, вот прям сразу же, чтобы не забыть. Это я просто слово даю вам. На сегодня все, с вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичный видос, подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Кстати, напоминаю, будет стрим в среду, скорее всего, и всем пока.